Привет, меня зовут Наталья. Я из города Вязьмы, Смоленской области. Наш город достаточно древний. Он основан в 1239 году. Вот. Но в нашем видео речь пойдет не об этом. Мы поговорим о том, с чем для большинства россиян ассоциируются Объединенные Арабские Эмираты. Для большинства россиян Объединенные Арабские Эмираты ассоциируются прежде всего с отдыхом премиум-класса, туризмом. По мнению путешественников, Объединенные Арабские Эмираты похожи на ожившую восточную сказку. На слуху также информация о том, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов вкладывает огромные деньги в развитие экономики страны, инфраструктуру, благосостояние граждан. По мнению большинства россиян, Объединенные Арабские Эмираты – перспективная, преуспевающая, молодая страна, современная, но с устоявшимися мусульманскими традициями. Ну а если рассуждать глобально, то Объединенные Арабские Эмираты на данный момент являются важным стратегическим и экономическим партнером России, и россияне надеются, что позитивные показатели общения будут нарастать.